EA Games. Challenge everything. Замечательная игра Catwoman по одноименному фильму, в котором сыграла Холли Берри. Так, и я нажимаю новую игру. Здание ювелирного. Итак, она видит грабителей в здании ювелирной лавки и пытается предотвратить ограбление. Жалко, здесь диалоги не озвучены. Вот такая замечательная героиня этой игры. Нужно поразить парня. По-моему, он поражен. Можно закидывать их в мебель. Так. За удар дается 50 очков. А с этого тоже отправлю сюда. В шкафчик посидеть. Сработала сигнализация магазина. Понаехала полиция, как всегда. Взяли главный вход на прицел и выдвигают им свои предложения сдаться. Естественно, мне это не подходит. Вот, хватай приз. Вот такие призы будут на каждом уровне. Их нужно собрать определенное количество. Такое задание. Все, осматриваемся. И первый чекпоинт. Вот такая у нее есть возможность лазить по стенам. Кошечка ее наградила. Делает она, а это она весьма грациозно. Так, и здесь двое полицейских, которые пытаются задержать нашу кошку. А вот так можно выкинуть его. Можно бросать их в коробки, что усилит очки, увеличит. Вот так. Ну, вставай. Так вот его запинать, запинать в углу. Набрать побольше очков за уровень. Полежи в коробочках. Отдохни. Вот, когда он уже становится такой желтый, это значит, он ее боится. Задание пугливо выполнило. То есть нужно несколько раз ударить человека вот в таком состоянии.
Сейчас у меня там уже 8, 9. Ну, не могу никак в его сторону настроиться. Все, можно пинать его к мусорному баку. Он больше меня не нужен. Так, теперь нужно сбежать отсюда побыстрее. А здесь где-то есть аллея. Как же мне... Откуда это прыгается? По-моему, отсюда. Идем отсюда. Нужно посмотреть. О, вон есть значок. Я взяла один. Где-то здесь есть такая, как сказать, аллея, где можно попрыгать. Там еще один значок можно взять. Двигайся, не останавливайся, написали. Окей, так стараюсь. Вон как фигачит. Нифига себе. То есть полицейские решили, что это она ограбила ювелирную лавку. Раннее утро. Штаб Гедар или Гедар. Вот так в обычной жизни оно выглядит. Довольно обыкновенная девушка. Среднестатистическая. Пришла к боссу своей фирмы. Ну а что, о чем он там поведал ей, так и не остается неизвестным. Поздний вечер, та же фабрика. Вот она пришла в офис компании и узнала о том, что в разработках их есть недочеты, которые ведут к серьезным последствиям, угрозе жизни для человека. Поскольку она явилась свидетелем, ее приказали убить. Смыли ее в канализационную трубу, и она погибла. Ну, вот такая египетская кошечка по имени Полночь решила даровать ей новую жизнь с новыми возможностями. Вот так она это сделала, вдохнула в нее жизнь.
превратив ее в женщину-кошку. Завершен первый уровень. Подсчет очков. Дальше. Можно купить вот такой приемчик. Кнутом выхватывать оружие. Конечно, купим. Задание помойки.